Концертный зал фестивальный готовится к летнему сезону. Афиша мероприятий и выступлений скоро будет опубликована, а накануне там побывала заместитель главы города Сочи Елена Конюк. О том, какие работы уже выполнены и какие культурные события готова принять знаменитая сцена, расскажем в следующем материале. Этот сезон для фестивального станет 42-м. Популярная концертная площадка на Приморской набережной начала работать в июле 1979 года. И, пожалуй, у каждого гостя курорта и сочинца есть история, связанная с ней. Фестивальный – это и культурная жизнь Сочи. Ну, ожидаем, конечно, что наш фестивальный преобразится к открытию нашего летнего сезона, приобретет новые краски, ну и, естественно, останется традиционным, как мы привыкли его видеть. В соответствии со всеми требованиями будем проводить мероприятия. Концерты у нас есть, программа уже сформирована. Фестивальный за всю свою историю принял более 9 миллионов зрителей, а вот в прошлом году из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, остался без концертов. К приему зрителей и артистов зал начали готовить заранее, как только появилась информация о возможности возобновить выступление. После продолжительной паузы первым на сцену вышел технический персонал. Сам зал – это только часть большой конструкции, которая требует постоянного ухода. О том, какие работы ведутся в эти дни, рассказал директор концертного зала фестивальный Вячеслав Мрук. У нас работают альпинисты, мы наняли альпинистов для того, чтобы они проверили витраж наш. Это основной удар стихии приходится на витраж, и за зиму, возможно, травертиновая плитка где-то отошла. Затем все это будем исправлять. Директор фестивального заверил, что при подготовке к сезону учитывают все конструктивные особенности зала. Первых гостей примут в мае. До начала концертного сезона в фестивальном завершат ремонт гримерных комнат. Их 15, и это тоже масштабные работы. Новую мебель для гримерок уже купили. Будет тестироваться с максимальными нагрузками электрооборудование и коммуникационные сети. Благоустроят и прилегающую территорию. Начнут работать фонтаны.